Югорчанам стоит готовить зонты. Как сообщает окружной гидрометцентр, до конца недели погода в регионе будет теплой, но дождливой. В некоторых районах возможны грозы. При этом порывы ветра местами будут достигать 18 метров в секунду. Гулять в такую погоду специалисты не рекомендуют. Ветер может ломать ветви деревьев и обрывать линии электропередач. Днем столбики термометров будут показывать до 24 градусов, ночью будет чуть прохладнее, до 13 по Цельсию.